Так, следующий вопрос. Это вопрос, который я не знаю, почему сейчас очень сильно так вот, знаете, он поднялся. Просто все о нем говорят. Это Людмила задает вопрос. Расскажите про свое отношение к биометрическим данным последнее время нашумевший вопрос во всех группах. Вы знаете, у нас такой с определенной периодичностью в христианстве возникают какие-то страхи. Вот если так вспомнить, за последние там, 20 лет какие страхи мы пережили. Например, мы пережили там, страх 25-го кадра. Вот, пугали, помню, всех 25-м кадром. Потом пережили страх ИНН. Да? Я помню, что люди очень боялись ИНН. Потом был страх штрих-кодов. В штрих искали три шестерки. Потом был страх QR-кодов. Ну, страх прививок сопровождается вообще параллельно всегда этому страху. А потом страх ковида, да, то есть как вживление чипов там и так далее, и так далее. Ну, конечно, вот я тогда еще, помните, говорил, что вот пройдет время, и про этот ковид все забудут. И, и где же те люди, которые нас всех пугали Куда они делись Вот, вот действительно этот вопрос Сейчас новый страх, это страх биометрических данных Я совсем вообще не понимаю причин такого страха вот, Дело в том, что биометри Биометрические данные собирают в нашей стране уже давно Уже загранпаспорта с биометрическими данными Уже много-много лет Уже не по одному разу их меняли То есть они заканчивались и новые и У всех братьев такие паспорта И почему именно сегодня возник этот вопрос, трудно понять как-то это, как это совмещается с цифровым рублем. То есть тоже цифровой рубль сейчас пытаются ввести в нашей стране, и тоже это вызывает почему-то какие-то страхи. Я отношусь к этому абсолютно нормально. Я не считаю, что здесь нужно волноваться по этому поводу. Я не считаю, что здесь вообще на это, по этому поводу нужно обращать какое-либо внимание. Нужно просто жить дальше и все. Поясню свою позицию. Понятно, что не все, что в нашем мире делается, это хорошо. Не все, что придумывается, не все технологии, которые придумываются, не все решения государства, которые принимаются, это все хорошо, не все. Но здесь нужно четко разделить между гражданской или политической даже составляющей и духовной составляющей. То есть, например, допустим, в какой-то стране есть, например, там, диктаторский режим, ну, допустим, в Северной Корее там, или, допустим, там, в Туркменистане. Есть в какой-то стране наоборот, слишком либеральный режим, и там, допустим, царствуют различные там, из из извращения, которые за норму принимаются и так далее. Вот, то есть, есть очень... вот, или, например, во время Павла там был нейрон. да, то есть, это и диктатор, и развращенный человек одновременно. Вот как бы совмещение. совмещение. Понятно, что в каких-то странах человеку легче жить, а в каких-то странах сложнее жить. То есть, понятно, что если сейчас везде там, у нас ведут биометрические данные, везде у нас будут камеры, за нами будут следить, понятно, что это идет к какому-то тотальному там, слежению и так далее. Вот такая жизнь. Но это никак не связано с духовной жизнью. То есть это не связано с церковью, это не связано с нашей духовной жизнью, с нашим спасением, с нашим служением Богу. Это просто фон, в котором мы живем. И я не считаю, что христиане должны вообще в это каким-то образом вмешиваться. Вот мы живем в какой-то какой, в какой области, и в какой-то сфере, в какой-то стране, и эта страна, эта сфера, эта область к чему-то движется. Это все не наше дело. Мы просто живем. Наше дело заниматься благовестием, наше дело воспитывать семьи, наше дело созидать церкви, наше дело не знаю, изучать священнописание, наше дело там, заниматься благотворительностью. Все остальное вообще не наше дело. И я считаю, что все люди, которые вот сейчас паникуют по поводу биотомических данных, это совершенно э, вот, неправильная ситуация.